Так, я очень надеюсь, что меня слышно. Чё за нетерпеливый народ? Да, да. Скажите, что все слышно, и я буду прям очень рад. YouTube меня сегодня подвел чуть на меньшее время. Я мужусь с ним 7 минут вместо 25, как вчера. О, слышно идеально. Все, привет, кукусички. Раз-два, голос. Спасибо, что вы здесь. Короче, один очень любезный человек подогнал мне Payback. И я вот, собственно, сейчас ближайшие, наверное, минут 30 пытался пройти этот гребаный пролог. Потому что пролог — это такая завязка. Если кто не в курсе, это часть с сюжетом. Слышно? Да, работает. Римпак, привет. Привет еще раз всем, кто здесь имеется. А имеется здесь, на минуточку, 102, мать его, человека, если я не ошибаюсь, да? Поздравляем, слышно? Мы бы все-таки... Титанс, ну Титанс будет не на стриме, это будет на запись. Ты сбил столб, я тебя слышу, отлично. Здорово, овер. Я тут с чатом, кстати, поковырялся, скоро будет добавлена система рангов, там через сколько-то сообщений человек будет получать ранги. Ну, в общем, крутой чат, на самом деле, спасибо тому охрененному человеку, который мне его подогнал. Чувствую себя, как, знаете, типа на паперти стоишь, пожертвуйте. Короче, в общем, в чем смысл этой гребаной игры? Она онлайн... Я пытаюсь дойти как раз до онлайна, потому что это, на мой взгляд, самое интересное. Напишите по звуку, игра не слишком ли громко? Короче, смысл в чем? И были три друга, значит, я, и там девка какая-то и... Ну, как его сказать? Чернокожий мужчина, скажем так. Ну и, короче, они какое-то дело взяли, в общем, их за жопу взяли, всех покидали. В итоге вот этот главный дядька заключил контракт с каким-то силовиком. Прошло полгода, и вот я сейчас опять что-то там пытаюсь внедриться в банду гондурасов. Римпак, пользуясь случаем, хочу подсказать, хороший тайкун для видосов вряд ли, сука, не успел прочитать. Ну у меня история чата сохраняется, может, и прочитаю. Еще раз привет, все слышно, как тебе НФС? Да я еще не понял, как я пытаюсь пройти первую главу. Ну, графоний норм. Единственное, только должен заметить, что первая гонка навеяла на меня ностальгические воспоминания о первом андеграунде. Настроение норм, спасибо, игра нормуль, игра тихо, игра тихая. Хотите, чтобы я ее сделал погромче? Она в два раза тише меня. Вообще не вопрос, сейчас все сделаем. Сейчас я дойду до этой гребаной точки. Так, ладно, игру погромче. Так, давайте вот так. Ну-ка, вроде бы теперь должно быть норм. Я просрал свой поворот. А, кстати, да, пацанчик-то мой ездил на ГТР 34-м кузове. А теперь вот ездит на вот этом ведре. Я издалека подумал, что это STI, а это вроде как М-ка. М-ка, которую разукрасили как STI. Это типа наша новая машина, что ли, да? Я по твою душу. О, какие фары классные. Интересно, здесь тачки вообще настраивать можно? Или это все та же гребаная аркада? И Труспид должен рычать. Доброго вам пути, гонщики. Это ваш куратор. Я напоминаю вам, что улицы ждут вас. Зачем сразу мчаться на очередную гонку? Покатайся по Сильверок, заработай очки в разных заданиях. Здесь есть достаточно мест, где можно развлечься и заработать репутацию. Ух, ну твою мать, вот эта карта. Да, карта впечатляет. Какое у тебя железо? 10, 2 видюхи, 1070. У меня одно ощущение, что Римпак говорит из бочки. Не знаю, наверное, да. Что там со звуком, напишите. Говно звук, что ли? Что за машина? Это М-ка. Это BMW M5. По поводу видов. Короче, как обычно, ничего не сделай, никакого вида вам из кабины. Скипай ролики, один хер пролог просрали. Так я вам уже пролог рассказал. Я буду, скорее всего, обзорить это дерьмо, если она зайдет. Вообще надо как-то канал разбавлять. Римпака теперь сообщения желтым подсвечиваются на какие обращения? Какое издание купил? Коллекционное? Да, которое эксклюзивное. Я добавил фильтра, при обращении ко мне сообщения будут подсвечиваться желтым, чтобы я видел. Тут много чего можно будет, ты не дошел до этого пока. Ну слава тебе, Господи, да?
Сейчас доедем, посмотрим. Слышно, ловите суперзвучок. Да, МК она такая, но я любитель ГТРов, знаете ли. Мне немцы не нравятся. Ну, оно... Ну, само собой, с повреждениями и с физикой тут как обычно. А ручник это вообще, конечно, трэш. Игру слышно, но не видно. Надпись «Римпак». Серьезно? Ты уверен? Надеюсь, что за игра? Это NFS... Как его называют? Payback. Рим юзай нитрит, по-моему, стрелочка вверх. Красавчик, Рим рутани чат. А что с чатом-то? Что за игра-то? Да это Payback, новый Need for Speed, который... Что за чат у тебя? Который в Steam, я не помню, как называется. Какая задержка на стриме стоит? На стриме стоит задержка 0, но как обычно нет. Приятно вернуться на прежнее место. Да, давайте я сейчас быстренько пройду. Тут Римпак дрифтит тормозами, а не ручником. Да я уже понял, да, это так же, как в 2015-м. Ручник здесь не работает. Только для разворотов тупо. Сейчас быстренько это дерьмо пройду. Напишите там по качеству, есть квадраты, нет? И насколько они большие. Я думаю, что они все-таки есть. Эй, ты думал, я за тобой не смотрю? Я знаю, что ты делаешь, и об этом уговора не было. Я говорю, когда разыгрывать карты. Не забыл? Мне надоело ждать. Теперь я совсем разберусь. Ждать ему надоело. Говнюк. Сейчас у тебя тачку заберут. Ну и хорошо. У меня уже один раз ее забрали, поэтому мне не привыкать. Ишь ты какой. Интересно, кстати, вообще здесь сюжет-то годный, кто-нибудь играл уже? Она вышла, по-моему, 11-го или когда она там вышла? Сегодня вообще какое число? Я, кажется, провалился в пространстве. Когда 7 дней, чтобы выжить? Когда мы с Анатбаром найдем времечко на это дело? Норм картинка без квадратов. Привет, не квадратит, это хорошо. Нет квадратов. Отлично, это просто офигительно. Я все боялся, что они будут. Ты выгляньте, а? Идет прям... Как капец просто, какая здесь физика топорная. Я не могу. Ай, беда. Ну что ж они не могут сделать-то поинтереснее? Ну вот что такое-то? Все, что ли? Привет, Римпак, норм квадраты. Римпак, что у тебя за фишка в 22 стримить? В 22.00 я укладываю Римпака младшего, понимаешь? До этого я не могу. Привет, Римпак, это снова я. Есть очень крутая идея для фона. Потом скину, думаю, тебе понравится. Че, опять гонка, что ли? Куда ехать-то? Че вам надо-то от меня? А, это плохие дядьки? Ладно, сейчас смотаюсь от них. Доберитесь до точки отрыва, ну окей. Да пошел ты. Дом из-за тебя рвет и мечет. Хорошо. Нет, ничего хорошего. Плохо. Ты мне нужен живым. Ясно, понятно. Тормоза здесь не работают. И пока чистая аркада, нечего от нее ждать. Ну блин. Ну Need for Speed же, сука. Это он мне сказал? Но понравилось, что в самом начале был ГТР, а не МК, опять это третья, как в Most Wanted. Да чё надо-то от меня, а? Ох, ёп. Простите, я не хотел. Рыбак, как тебе игра? Да я пока не понял, хочу открыть свободную игру, и чтобы мультиплеер был. А, так его можно задолбить, шикарно. Привет, удачного стрима, мне лично она зашла, да? Ну вот, пока... Простите. Пока это обычный 2015-й Need for Speed, в который я играл, но только днем. Вот это, конечно, круто, что они наконец-то сделали день. А еще кто-то писал, что здесь есть неоны. Да умри уже. Все, что ли, отстал?
но прости, я тут занят, от бандитов уезжаю. А, ну они так и не сделали. Они же вроде говорили, что типа там будет нормальная у них новая система, поэтому по повреждениям. Да ни хрена вы не взяли. Сальто через фонарный столб. Да, кстати, вот это сбивание фонарных столбов, это, конечно, жесткая хрень. Но неужели в Штатах реально такие столбы, которые можно сбить запорожцем, и чтобы он улетел как фанерка? Я думаю, что это не круто. Все, что ли? Отправляйтесь к Шулеру. О, господи боже. Все, дайте мне уже свободную игру. Отлично, отлично. Посылаю твои координаты. Не прошло и года. 180 км в час, а такое ощущение, почти что я качусь 40. Мне все равно. После она будет как-то удивлять меня скорость? Привет, в NFS Underground физика лучше была, не? Ну, я бы не сказал, но на тот момент, слушай, учитывая, что мы... Это была... По сути, первая игра с нормальным тюнингом там и подпольными гонками уличными, да еще и на фоне форсажев, это, конечно, был шедевр. Римпак играл в NFS Porsche, самый реалистичный из вышедших. Porsche? Ты имеешь в виду Hot Pursuit? Который с полицией? Машина разбивается как-то не очень. Да она вообще... Ой. Вот что значит нехер читать смски за рулем. На свободную игру в массы. Да я пытаюсь, бля. Ребят, надо пройти сраный пролог. Он уже длится, знаете, минут, наверное, 40. Я вот до стрима начал, думаю, сейчас я за 10 минут быстренько пройду его. Если вам будет интересно, заново начну. Но это просто какой-то трешак, честно говоря. Наиболее симуляторная аркада — это Грид, кажется. Первый причем, второй говно. Грид Автоспорт еще более-менее, но все равно уже не то. Вот первый был Римпак. Это игра по типу NFS Most Wanted. Я про открыл. Да, еще и по сетке. И еще и с сюжетом. Ну, короче, они тут прям... О, боже мой, водитель от бога. Сука, еще и в сортир врезался. Да, с физикой здесь проблемки. Porsche Unleashed. Не, я в такую не играл, к сожалению. Она мимо меня прошла. Мне когда дома будешь, тачку заберут. Я уже разобралась. Страдай. Спасибо тебе, казачок. Отлично проехал. Я не буду смотреть это дерьмо. Можно мне пропустить? Вот этот третий чувачилы. Давай, Мак. Надо. Натяни улыбку. Натянул. Все, можно пропустить. Нифига, у меня ту забрали и дали мне... Что это? Хэштагер ведет прямое... Это что, Легаси? ...мобиля с дрифтмастером МакКаллистером. Расскажи нам про дрифт, Мак! О, смотрите, у нее отрицательный развал. Это можно, интересно, настраивать? Это было бы круто. Римпак, ты сообщение по... Не успел прочитать Software Inc. называется. Да я, она у меня есть, я в нее иногда поигрываю. Так, в сетку и не рискуй. Там уровни бесшансные, а баланс нулевой по уровням соперников. Да и прикольно же, посмотрим просто чисто ради интереса. А ментов тут, можно сказать, нет. Они есть только в задании, хоть пресьют. Так, Римпак и Таркада тут разрушаются столбы неразрушаемости. Но я так и подумал. Римпак, долго стрим будет идти? Да нет, я думаю, не особо, потому что я сегодня еще собирался записать... во-первых, на нее обзор, если она зайдет. Селфи с тигром. Просто хочется уже... А, это мне надо дрифтовать, да, я так понимаю? Если она зайдет, запилить обзорчик для людей, которые стрим не будут смотреть, все-таки стрим и полноценный видос немного разные вещи. Ну и плюс... Как его называют? Тут что-то я еще хотел сказать. А, да еще остров надо записать. Точку. Три хороших дрифта завершены, обалдеть. Ну вот, пожалуйста. Давай еще раз, только реально, чтоб жестко. Слушай, я... Клиент всегда прав. О, зеркала есть. Привет, Спин Тайрес. Когда Факторио, ты говорил, что будет последняя серия. Да, на следующей неделе будет. Что такое отрицательный развал? Ну, это когда колеса у тебя в разные стороны, грубо говоря, смотрят. Это для дрифта надо, чтобы машина из поворота выходила резче. С обычными колесами она не особо сможет уйти.
где ты вообще так водить научился? Лондон. Я рос в Испании. Да, мне кажется, в этот Need for Speed у меня кот сможет дрифтовать. Я вот помню в Shift как-то, когда играл во второй, когда второй Shift вышел. И я такой думаю, о, сейчас руль подключу, типа дрифтить буду. Ну, мне, я реально тренировался, сука, дрифтить долго. А здесь так, нажал на тормоз, нажал на газ, и ты уже едешь боком. По-моему, это... С одной стороны, дерьмо, с другой стороны, зато любой, грубо говоря, там, безрукий... Чемодан сможет дрифтовать в этой игре. Наверное, это хорошо для продаж. Это за дрифт не считается, да? Репак, кстати, когда будет Бомбер Крю и да, прохождение этой игры будет, я не знаю. Что такое Factory, уже забыл. Погляди на канале. Лучше не пили видос, что-то не заходит игра. Посмотрю в записи. До свидания, удачных покатушек. Спасибо, покусечки. Дружище, игра отстой, сорян, я недавно подписался на канал. Кстати, когда теперь народ подписывается прямо при стриме, она в чат это дело пишет. Мандарины и Римпак полный... Не знаю чего. Чё такое, опять гонка? Когда уже пройдет этот сраный сюжет? Мне интересно именно открытый мир и сетевушка. Вот что мне интересно. О, наконец-то поворотик. Это не так круто, как я думал. Я только начинаю, слышишь? Да, давай. Ну да, здесь такой себе дрифт, конечно. Может, остановимся? Мне нехорошо. А потерпеть не можешь? Постараюсь. Она еще не разгоняется ни хрена, эта помойка. Ой, беда. Хоть бы дали что-нибудь по-нормальному, там Дрян. Сильвию какую-нибудь или еще что. Ты сказал, что жестко. Клиент всегда прав. Ой-ой-ой. Ну вот и все. Вы видели, как улетел этот стол? Ха-ха, он еще и по машине попал. Ну, короче, столбы в этой игре это болванки. К сожалению. О, Royal Cat, теперь фолловер. Добро пожаловать. Достаточно жестко. Ты первый, кто на стриме ответил на меня. Вот так, если хочешь хороший автосим, то посмотри Ричард Бёрнс. Да, я знаю, его полностью прошел. Как дрифтить без клатча? Без чего? Ты знаешь, я только за. Играл в игру Домина. Нет, по-моему, не играл. Есть ли открытый мир, либо может быть... Да, да, есть, сейчас, я пытаюсь до него дойти, ребят. Я уже 40 минут пыхчу. Можно это тоже пропущу? Спасибо. Теперь у меня Ауди, да что ж такое-то? Я знаю одного парня. Подожди. РС, что ли, Ауди-то? Да РС. Ну, прям здесь, знаете, у всех тачки-то такие прям необычные. Внимание всем патрулям. Какое-нибудь... В районе казино возможно ограбление. Отправляю машины. Это кому-то поплохело? Я... Да, она мне тоже дрифтит. Ну, пиздец. Удачи тебе со столбами. Спасибо, но столбы в этой игре... Не проблема. Прости, сейчас не время. Абсолютно не проблема. Полгода от тебя ничего не слышно, а теперь ты первым делом что-то хочешь? Надо к доктору везти. Видимо, диарея застала врасплох. И дайте мне уже открытый мир, товарищи разработчики. Слишком долгая завязка. Машина ранее направлялась на север на Кулич-стрит. Сейчас еще полиция приедет, как обычно. То есть, я так понимаю, ее в открытом мире не будет, да? Она тут тупо для галочки. На твоей старой тачке был отрицательный развал? Не-не-не, не был. У меня же переднеприводная восьмерка была, если ты про нее имеешь в виду. Она же для дрэга. Нахрен ей отрицательный развал? Она же должна быть полноприводной. Конечно, должна. А разработчикам похер, все равно дрифтует. При помощи сцепления. Ну, слушай, я ее тут пускаю просто ударил по тормозам и качнул. В этой игре с дрифтом все очень печально. Со сцеплением я понял, что ты имеешь в виду. Ударил ногой по сцеплению, руль вправо и тапку в пол, и поехал. Так, какого хрена у обычной Audi Nitro? Да тут у всех машин Nitro. Это, кстати, ну это же аркада, ребят, что вы хотели? Это норма.
Это игра, чтобы так, поразвлекаться с друзьями в мультиплеере, потеребонькать на красивые тачки и типа поуходить от погони. Но погони в этой игре, конечно, такой тот еще трэшовый, ублюдочный трэш. Привет, Ремпак, спасибо за качественный контент. Да, как всегда, пожалуйста. Привет, Ремпак. Здорово, Алекс Бум. Я успеваю смотреть на чат и еще и ехать. Я молодец. Помню, в GTA пробовал, так не особо получалось. Без клатча, но это сцепление. Выжимаешь труба, и ты можешь дрифтить круче. В этой игре нет нахрен сцепления. Тут все сделано для того, чтобы нестись на машине со скоростью 170 км в час и читать чат. Блин, все-таки купил, но что скажешь? Да я не покупал, мне вот товарищ подогнал. Откуда у меня такие деньги? Ты что, 3 косаря? О, полиция подъехала. Ну все, сейчас поржем. Полиция здесь такая мертвая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Сейчас я пройду уже, надеюсь, это дерьмо. Он об меня только что чуть не самоуничтожился, этот полицейский величайший. Они еще и помогают мне. Вы поняли, да? Полицейские без труда нагоняют Audi RS, которая еще и дрифтовать умеет. Док GT Sport как до Китая раком, печально. Ну так, а что ты хотел? Это ж NFS. NFS уже давно скатилась в аркаду. Единственное, я просто очень надеялся, что здесь хоть что-то они, ну, такое новое придумают. Все-таки обещали после 2015-го. Кстати, они там дико наврали нам по поводу неонов и дня в игре. Там так ночь и осталась, и типа восход какой-то появился, беспонтовый. Да ну начал в NFS играть, да я вот 40 минут назад начал ее пытаться пройти, этот пролог сраный, чтобы вам сразу открытый мир показывать. Тихо. Но, как показала практика, это довольно долгая херня. Ремпак, у меня вопрос, когда будет Planet Coaster? Я думаю, что на следующей неделе. Ремпак, ты на руле играешь? Нет, ты что? Я играю на геймпаде. Если бы я подключил руль, у меня бы место осталось в моей конуре. Даже муха бы не смогла сесть. Добавлено время. А, доберитесь до точки... Чёрт, так тут еще и на время. Я тут что-то пытаюсь... А, так ты... Какие полицейские здесь... Нежные. Потерял визуальный контакт и слился. Вы посмотрите, она просто идет и идет в поворот. Обалдеть можно. Кажется, первый андеграунд лучший, хотя ему Монстуанта тоже неплохой. Вот я, походу, единственный человек на планете, которому нахрен Монстуанта вообще не нравится. Ни реплика, ни оригинальный. Заметно отношение к гонкам раньше и сейчас. Для галочки сделали игру, но смотреть можно. Завязка что-то затянулась, и так и половину игры пройдешь. Да не говори-ка, бесит уже. Дайте мне уже машину, которую я смогу тюнить. И играть в открытом мире. Планы я в жизни не слышал. Я от дела за такого дерьма отошел. Лучше... Джеки Чан какой-то тут ходит. Они какой-то план опять старый придумали. Началось, ребят, наконец-то. Марго. Я могу купить себе коляску. И уже... Поиграть в открытом мире. Это что, Бьюик, это прям как в этом, знаете, как игра-то, игра, говорю. А был такой фильм, «Прирожденный гонщик», там у пацана папаша вот на таком красном Бьюике драл жопы. Бьюик, это, конечно, круто, да. Гольф вообще ненавижу, еще с андеграунда, а Хонда мне не нравится. Так что выбор очевиден, товарищ. Да, берем Бьюик. Можешь про свободный мир пока забыть где-то на 30-60 минут? Да я вот вроде как уже все. Ремпак, при дрифте не отпускай газ, с такой физикой лучше повороты проходить. Да я знаю, надо просто им под... Хороший выбор. До моих... как же взлетка на макушке для мухи? Нету. Второй андеграунд крутецкий. Да, это шедевр. Да с кем опять я гоняюсь? Дайте мне, пожалуйста, открытый мир. Неплохо. Баланс. Посмотрим, хватит ли этого, чтобы сохранить за тобой лидерство. Это полиция, армия, Just Case. Тут вообще без дрифта спокойно едет. Я уж решил, что ты в андеграунд играешь. А оно вон как. Оказывайте оно и на FS. Спасибочки. Да, вот я и хочу посмотреть. Ну, конечно, с визуальной точки зрения, да, потеребонькать на тачке можно. Ну, что,
Это, конечно, все мое почтение. Здрасте, упоротый ж. Хи, ну и ник у тебя. Ой, дайте мне уже пройти эту хрень. Здесь реально очень затянутое начало. Это просто дичь какая-то. Слишком затянутое начало. Машины ментов и ламбу догоняют. Да понятное дело, что. Go War Thunder. У меня не стоит игра. Ты ведь не поддаешься, да? Не поддавайся. Охренеть, купил машину из салона, и она уже дрифтит, у нее не отваливается подвеска, да, нормально все. Колеса не высрались. Ты же понимаешь, что Навара это не остановит, а? Кто знает, еще это дерьмо меня догоняет, обалдеть. Знаешь, еще не было так, чтобы кто-то пошел против дома и победил. Ха, все бывает в первый раз. Ну вот, блин, я не понимаю, что разработчикам мешает вот взять Underground за основу, ну налепить, что, накинуть на вот этот движок, вернуть старую физику и все, орнул. Нормальный шик. Ник, какой NFS? Payback, который. Который вот только вышел. Буквально на днях. Так, все, да? Че за дерьмо? Выберите спидкарта. Что, лотерея, что ли? Скорость. Блок цилиндров. О боже, я поставил себе новый блок цилиндров прямо на дороге. Урава не было того, что нужно. Поедем в автосалон, найдем тачку для уфа. Говно какое-то предыдущее было лучше визуально с точки зрения и фишечек. Да подожди, я еще не дошел до фишечек. Не надо. Странно видеть Римпака в гонках. Я боюсь, что гонки-то мне довольно сильно нравятся. Просто я их на канал не пилю, ибо это странно смотрится. Ты представь, летсплей по гонкам. Довольно странная херня. VRX STI. Land Rover 110. Это что за говно? А, это мне надо для бездорожья тачку себе купить. Ну, вообще, стихо, конечно, чё. Тут как бы это. Выбор очевиден. Вот это точно я дерьмо не возьму? Вы издеваетесь надо мной? Ты только покупаешь игры или бесплатно качаешь? Я только покупаю. Ну, мне зашла инфеска, интересно. Да вроде да. Привет, Римпак. Здорово, someone car. Движок Frostbite не предназначен для гонок. Да с чего ты взял? Просто надо физику нормальную сделать. Репак, ты классно снимаешь видео, всегда тебя смотрю. Спасибо, Тоха. Underground 2 всегда в наших сердцах, это точно. Ладно, короче, берем стиху. Похер. Land Rover, бля, с нитро.ру. Точно. Да я ее пешком обгоню. Так, стрим по гонкам еще хуже. Нет, стрим по гонкам это норм, потому что можно поиграть с вами, со зрителями по сетке. Она ж по сетке, с открытым миром, все как надо. Она же, ей что, с магазина прикрутили такой спойлер ублюдочный? Какой кошмар. Мне опять его надо догонять. Актер озвучки немного переигрывает. Где? Бля. Так бы и уехал сейчас. Какая неоптимизированная игра в паблике была? Это было Trans Road USA. Я не могу ее записать, сегодня должен был выйти обзор, вы в курсе? Я полдня убил на это дерьмо. Давай не круху. Попробуй не рушить половину улицы. Я попробую. С такой физикой это довольно сложно сделать, и камера трясется, как будто там я не знаю, что происходит в тачке. А где тачка-то моя, соперник-то мой, где? Он сзади или спереди? Что, прямо ехать? Да. Когда все накрылось, от него полгода вести не было. Раз он вернулся, значит верит, что может выиграть. А я брата одного на войну не... Я что-то и вообще... А, вот она где. Приехала. Здорово, покусечки. Я подписалась ради вас, а не ради куража. Римпак, Трансрот не зашел, обзор будешь пилить. Да я не могу его запилить, она вылетает через каждые 10 минут. Ты прикинь? Я вообще в шоке просто. Опять спидкарта какая-то, прыжок. Да, отправиться в гараж. Подправимся. На изи катаешь? Не, на средний, я хочу. Я думал просто быстрее пройти, поставил на среднее, но как показывает практика, их, блядь, на всю трассу конечно делаешь, поэтому надо выставлять хардкор. Какая игра тебе больше по душе? Из всех вообще в мире? Рим, а ты в грид играл? Да, ты чё, я по сетке рубился прям до тех пор, пока не отключили сервера.
Ненавижу их, сука, за это. Чего ты ее в гараж не привезли? Скоро буду. Короче, у меня есть лицензионная винда. Вот рассказываю. И у меня не встает на нее софт нормально. Она выкидывает синий экран смерти. Поэтому, Microsoft, идите нахер. Не буду покупать ваше говно больше. Привет, Римпак, НФС уже не та. К сожалению, да. Если бы не физика, я бы подумал, что это Dirt. Ты что, в Dirt'е все хорошо. Это ж ралли. Особенно четвертый, это прям шикардос. Я что-то не понял. Что, все мои тачки? Это кто? Чарджер у меня сразу есть? Серьезно? У меня есть какой-то Golf GTI. Фу, блядь, ненавижу 350Z. Кусок говна. Ну, типа все, да? Доступно сетевой. Ну, Чарджер, естественно. Выбрать. Вот он мой, падла, Чарджер. Это потрясающе. Можно его тюнить. Это хорошо. Короче, мне нужно выйти, наверное, в свободный режим, да? Или для начала его потюнить, перекрасить? Ну-ка посмотрим, что тут. Поиграй в Software Ring. Сколько твой комп стоит? 140 косарей он стоит. По игрушке, по катушке, с долгой завязкой и дерьмовым дрифтом. Точно, ты прав как никогда. То чувство, когда лицензионная винда 10, но DirectX не подключает. Браво. Да там вообще до хрена что не подключает. Салют, Римпак, здорово, Франциско. Догоняй на стихи. Да в жопу стиху, ненавижу. А поищи на eBay лицензию на винду, я там брал. Это за предзаказ, привет, она крутая. Да какой предзаказ, сегодня она мне досталась. Я ее буквально перед стримом докачал, там минут за 40. Че там, есть в библиотеке что-нибудь? Нету, понятно. Изменить обтяжку, цвет. Я дико извиняюсь за щелканье, это геймпад, сука. Ну, с красками тут все как обычно хорошо. Но я, наверное, возьму черный. Матовый какой-нибудь. Где мат? Во. Прямо как у Дизеля. Дизель одобряет. И у него, по-моему, даже наклеек не было. Так что сохранить изменения. Чем у нас еще есть? К редактированию. Эй. Сохранить изменения, мать его. А че она дальше-то не выходит? Че за прикол? Назад, мать его. Она прикалывается надо мной? Что с этой игрой не так? Мои обтяжки от сообщества, мы это уже поняли, да. И медиум, кстати, тоже не работает. А вот если отменить изменения, то все хорошо. А что за прикол? Инет лагает, я пошел, удачного стрима. Покусички, щелканье норм, добавляет эффект присутствия. Ну окей. Тут смесь Forza, TDU и Crew. Да я уже заметил, кстати. Еще было... 1400 дропов, это печально. Почему я не могу изменить материал на матовый? А? Вот я хочу матовый, но только черный. Ну и типа сохранить изменения. А, надо, я понял, я дурак просто. Пипец. Так, библиотека. Вот моя точила. Че еще-то можно? Есть что... По визуалу, это кстати. Место, да, мы поняли, чем да. Крышка капота. Мозгах, что у нас там с радиатором? Ага, новые. А вот такой, да, у него был? Что-то похожее. Ну, Charger оригинальный круче всех. Карбоновые бампера, ну прям. Лайк у сечки на бензин. Равно. Спасибо, Стечкин. Я тебя, кстати, в ранг хотел добавить, но так и не придумал, какой ранг. Я могу колеса поменять? Я могу только диски поменять, да? Ох, ёпт. Ну, понятно. Ну, внешний додж менять, это, конечно, кощунство, мне кажется. Одни пороги всего? Что-то не густо как. Задние крылья купить, второй гараж. Чего? Фонари? Ну, в общем, понятно. С тюнингом здесь как обычно. Я не раннер, кстати. Можно я переименуюсь? Как мне? А, во. Я кэши. Эй. Что за хрень? То-то же. Вот теперь класс. Рамочку надо поменять. Есть что-нибудь? Сука, даже за рамку бабло берут. Ну что за козлы?
А есть просто белая рамочка, нет? Все понятно, даже Battlefield 1 есть. Как насчет софтвер рынка? Когда ты купил, но так и не понял, как нормально играть и забил. Но я так в него иногда захожу посмотреть, что они обновили, но тоже не в восторге. Честно тебе скажу. А что с капотом можно сделать? А, ну понятно. Минимализм. Короче, изменить чего? Стенс? А, вот они, развал передние колеса. Вот видите, что такое развал? Смотрите на переднее колесо. Вот это отрицательный развал. Есть еще положительный развал, но я хер знает, нахера он нужен. Задние можно развалить. Ну, понятно, высота. Угу. Ну, мы поняли. Да, мы ничего не будем здесь изменять. Нам интересно посмотреть, что там с движком можно делать. О, выхлоп, турбонаддув. Ничего нельзя, что ли? Алло. Угу. Окей. Выйдем. Почему Бомбер Крю бросил? Я его не бросил. В пустыне есть две команды, с которыми стоит попробовать. Я просто его передвинул. Сейчас у нас идет остров, и, наверное, начнется Планет Костер. Продолжится, вернее. Развал. Да-да-да. Ну, вы видите? Смотрите, этот сраный бампер отражает. Вот почему Frostbite охрененный движок. Вот из-за таких вот штукенций. Ну все, я Вин Дизель, мать его. Эта хрень дрифтует по дефолту? Ну, только в моих снах, походу. Ну, давай уже. О, поехало. Ну, понятно, короче. Надо, в общем, ее это. Короче, сетевая игра. Да. Слава богу, наконец-то. Ты знаешь Ас и Стоки? Неа. На кой черт QFS, черт начал, снял серию, забил? Типа гонки не алё для народа, а тут, кажется, стрим так себе. В смысле, ты имеешь в виду, Дирт я забил? Так Дирт не зашел. Ты на Твиче есть? Есть, но на Твиче я пока не стримлю. Обычные спидлисты, рейтинговые спидлисты. А чё? Не ниже 275 баллов, а у меня... Говно у меня. Так это просто... То есть здесь нельзя как в Форзе тупо ездит в открыт... Ну, короче, я понял. Говно. Говно, товарищи. Ну да, видосиков по ней не будет. Я думаю, что мы оставим этот стрим в записи и не будем париться по этому поводу. Сколько у нас? Нас 291. Охереть можно. Заехать в гараж? Нет, не заехать. Ну, давайте глянем, что тут еще есть на карте. Ну, в общем, мы поняли, да, что НФС-очка уже не торт. А ее только хватит посмотреть на красивые тачечки. Полиции здесь нет, да, насколько я понимаю, в открытом мире только по сюжету она... Что я сейчас задел? Непонятно, что я сейчас задел. Когда свободная игра? Вот уже. Карта открыта. Я могу делать что угодно. Открыты гонки. Ну, в общем, такое себе. По-моему, в этом... В Hot Pursuit, который с на полиции можно было играть, там и то был открытый мир. На чем сейчас гоняешь в жизни? Да у меня кроссовер такой средненький. Но зато тачка классно выглядит. Вот за тачки им респект. Хотя, мне кажется, сейчас сделать нормальную модель тачки это не проблема. Форза тема, но, к сожалению, ее нет в стиме. Покусички Римпак, пока, Алекс. Римпак тут есть, Импала. Надеюсь, да. Надеюсь, есть. Я бы на нее взглянул. Но я думаю, что надо дальше проходить, чтобы все тачки открыть в магазине. Но я ее точно не буду проходить, это 100%. Также я не буду делать по ней обзор, потому что, в принципе, мы уже все увидели. Какую оценку поставишь от 1 до 10? Я поставлю 6. Минус 4 за отсутствие симуляции какой-либо. А шестерочка за графонии и за развлекалово. И все. Это, по сути, сейчас все, о чем думают разработчики. А, там 8 километров, блядь. Я думал, сейчас срежу. Печалька. Модер есть. Римпак, где ты работаешь? Я теперь в видосике в одной компании. Да, что-то даже аж сон поклонило. Ну, чарджер прикольный зато. Чё, это машинка?
А, это не машинка, все, норм, это гонка. Сейчас посмотрим, как эта хрень едет. А ноль царапин на машине, отличная физика. Да, нету такого. То есть тут у меня есть это дерьмо для гонок. Блин, ну короче, я понял. Это не моя машина. Когда летишь по шоссе под сотню миль в час, каждое решение... Блин, а сколько же она все-таки аркадная. Какой тебе нравится жанр игр, кроме аркад и песочек? Да мне все нравятся симуляторы. Господи, сделай игру на Frostbite. А где главная фишка разрушения? Как с разрушаемостью машин? Говно. Полное говно. А ты попробуй на... Прям, хочешь, да. Заработаем на стороне. У меня есть одно пари на примете, если ты захочешь, я его... Олимпак, как тебе игры серии Total War? Физика оставляет желать лучшего. Физики здесь нет. А я, кстати, вернул бабло за Total War... Как его зовут-то? Warhammer 2. Вы не поверите, но вообще не зашел. Вот прям 0,1. Если бы они выпустили игру в Стиме, то уже была бы пиратка. Я понял тебя. А ты думаешь, на Риджине... Так пиратки что, нет до сих пор на торрентах? Да не поверю. Мне кажется, уже вовсю лежит. Здесь дрэк, интересно, есть? Я видел, там что-то было в описании или где-то. Что с асфальтом такое? Кто его... А там что, водила, что ли, сидит? А, ну да, у нас же про персонажей теперь игра, точно. Здравствуй, Римпак, хорошего стрима. Спасибочки. Хороший стрим, наше все. И я, знаете, что я думаю, ребят? Мы сейчас с вами игру-то сменим, походу. Потому что что-то... Ну, не знаю, мне кажется, не особо интересно будет смотреть, как я тут гоняю. Отлично. В принципе, я сейчас умер просто и перевернулся из-за того, что зацепил эту гору, но нет. Игра так не думает. А она совсем не хочет так думать. Да привет, что ты... Привет, девочки, Римпак. За творчество твое спасибо. Денежка наверх. Уже пора показать себя во всей красе. И хороших выходных тебе. Спасибо большое. А зачем вот... У меня, короче, вопрос на миллион. Нахрена вебка на игровом контенте? А? Ну, нет, в видосах вебки точно не будет. На стримах, конечно, я, возможно, ее и запилю. Но я не знаю, насколько это нужно. В любом случае, нам надо доделывать оформление стрима, потому что там еще дохрена работы. И как только это будет доделано, я сделаю там какую-нибудь плашку для вебки, куда-нибудь в угол себя запидорю. Но я не знаю, это нужно или нет. И мне придется, понимаете, мне придется через каждые где-то 40 минут вебку выключать по понятным причинам. Понимаете, о чем я? Я же говорил, стримить гонки — это ужас, особенно с аудиторией, которую ты обрел. Привет, го, потом остров. Не могу остров, иначе я просру свой сейф. Там автосохранение, причем которое перезаписывает тебя. Рим, не нужна вебка, она все испортит. Римпак, за эту игру будут взламывать долго. Например, NFS 2015 взламывали где-то год. На торрентах это новой версии нету. Вебка дает видеть эмоции играющего так, что нужно. Ну, спорный момент, на самом деле. Я человек не особо эмоциональный, ну, в смысле эмоциональный, но вот если я буду играть в какой-то хоррор, вы видели, как... А, нет, показалось. Чё за блики сраные? Если я буду играть в хоррор типа Outlast, ни разу не крикну. Блин, я уже 5 лет гонки не играл. Я бы даже в Payback погонялся под... Чего? Кто за остров, плюс в чат. Ребят, если я буду играть в остров, мы просрём сейв, понимаете? Я потом буду записывать только с момента, как мы поиграли. Это печально. Хоть звук нормальный. Доброго вам пути, гонщики. Это ваш куратор. Кто-то там меня вызывал или чё? В больших возможностях и опасностях. Две ночи назад неизвестный гонщик занял... Поблизости рекламный щит, и чё? Говорят, что кое-кто ждал иного итога. И местный гонщик по кличке Король Змей
закончил ту ночь в больнице. Победитель. Улицы Гордон. А что они здесь торчат-то, я не пойму? И гордо. И следи за слепыми зонами. Похоже, пути назад. Что-то теперь... творят тут. Ты в Evil Within играл 2? Не. Импалы нету тут. Серьезно? Они что, охренели? Классику не добавить. Need for Speed сдохла после первого андеграунда. Единственная отрада была это Shift. Да, я тоже очень надеялся, что после Shift'а пойдет, но нет. Римпак сейф на острове где-то в папке лежит. Найди и забэкапь его. И все. Сейчас посмотрим. Ну давайте ставьте плюсик в чат, кто хочет остров. Сейчас еще забэкапим, действительно. Мы ж народ-то продвинутый, да? А как вам нахрен на Бьюике дрифтить? Ну-ка, что там у тебя? А похер ей. Вот так, я просто бочину выключу эту фигню, такого хватает на всем YouTube. Подписался на тебя, потому что снимаешь ламповые игры, а тут Г. Ну посмотреть-то можно же, ну что ты начинаешь? Сними на следующий стрим War Thunder. Не-не, плюс. Ох, нихера вас плюсов там прилетело. Я вас понял. Римпак, айда прохождение Dark Souls 3. Думаю, будет очень интересно на это посмотреть в твоем исполнении. Блин, я вынужден отказаться. Спасибо тебе за Бабленски, но я вообще не люблю РПГ после... Как он, сука, назывался? Ну, эталон, конечно, Диабло. А после Диабло единственное, что мне зашло, это было Сакрит. Так, я включаю вам классный экранчик, дерьмо. И включаю остров. А, подождите, сначала нужно мне... Найти, где сейвы валяются. Да, это важно. Сейчас я найду это дело. То есть у нас получается либо это, либо вот это. То есть один или три. Давайте третью, пофиг. Как мне нравится моментальная загрузка. Просто дико, дико нравится. Так, сейчас я канал игры включу. Она же подцепит ее. Потому что что-то мне не нравится, что она на рабочем столе работает. Вот так. Все. Вы о чем... Как жаль, что остров не на родном языке игры. Да я не понимаю украинский, ребят. Здорово, Бульба. Не знаю, почему. Я не понимаю. Тьфу, говорю, блядь, не знаю. Что-то меня уже плющит. Римпак, у тебя остров норм запускается. У меня через... слегка притормаживает. Ну, да ну не ври. Да не знаю я украинский. Вы издеваетесь, что ли? Короче, давайте строить лесопилку. Лесопилка нахрен. Без лесопилки ничего не получится. Ну, как-то так, наверное. Стройте, мои дяденьки. Хелп даже есть. О, а хелп я что-то раньше не видел. Видимо, слепой. Но это норма. Мужики, по повозкам пошли строить. Надо подумать, где у меня будет первый райончик. И я хочу, кстати, мост построить. Вот что-то... это лучше НФС. Ну, конечно же, лучше. Это же топчик. Это же супер-классная игруля. Вон, можно, кстати, к лесопилке привинтить. А я не помню, где у нее вход, кстати. Поэтому, наверное, не буду. Ну, давайте тут, что ли, сделаем там. Сколько у нас получится? Тут 6 домов, да, если я начну вот так строить? Да, наверное, 6 домов. Значит, 2, 3... И еще 3 с этой стороны. Вот так. И вот так. Все, теперь у нас есть 6 домов в заказе. А надо сколько? Так. 2, 4, 6, 8, 9. Надо 9. То есть мне еще надо где-то 3 дома расположить. Я же нормально посчитал. 3, 3 и 3. Да, 9. Мужички, стройте. Как он может знать, да и не должен. Всем привет. Да, так, я смотрю, НФС не зашел. Ну, мы посмотрели просто. Да, и он не зашел. Римпак чем-то похоже на страницу у казаков. Станицу. Ну, это про Украину игра, так что это скорее не оно. Римпак, у тебя в хранилище складывают сено работяги. Пока не смотрел даже на сейвы на эти. Но вроде как должны. У надбара вроде все норм. А НФС зашел, пропустил начало. Не особо.
Топчик, шаришь? Нет. Да не еще за 3000. Ну, не, нормально. Чисто поржать, поиграться так без напряга, это можно. Нам же это, никто же не заставляет упарываться в него там целыми днями. Так что нормально, карьер поставь, точно. Вот это ты мне напомнил. Карьерчик куда-нибудь сюда спрячу подальше. Хотя это не лучшая, наверное, идея. Вот так как-то. Стройте, мужички, стройте. И, кстати, надо эту херь поставить для крыш. Крыш-то не хватит. А, вот она. А, где бы ее поставить, кстати? Здесь, что ли? Далековато. А здесь... Ну, давайте здесь, кстати, в натуре. Тут как раз дорожка будет к ней вести. Все типа рассчитано. Надо ее на второе место. Спасибо за контент, равно. Спасибо, Гриди. Вот этот ублюдок все время говорит равно. Не может, что ли, сказать улыбочка или еще что-нибудь? Римпак, чем она классная? Взяли банишит, изменили текстурки, привинтили горе-экономику. Так, во время НФС пришел, тут же уже остров. Да, Римпак, знаю какой-то крутой фермер, я желаю твоей удачи твоим поселенцам. Это... Глиняная яма, не карьер. Ну да, да. Чего вы придираетесь к словам? Да слушай, это намного лучше банишит, я тебе скажу. Во-первых, здесь абсолютно нет сетки. Во-вторых, вот я тебе как игрок скажу. Чего не хватает? Нету дерева. Твою мать. Я тебе как игрок скажу, что банишит меня не привлекает, а вот эта игра привлекает. И не потому, что она там заходит на Ютубе и все такое. Я в банишит играл еще перед тем, как даже... Играл, говорю. Я пробовал в нее играть еще до канала, и она мне вообще не зашла. Я тоже думал, сейчас видосик запилю, да нихера подобного. Я заметил, что поселенцы со временем проявляют меньше желания строить здания. Римпак, как думаешь, почему, или я ошибся? Просто, скорее всего, у тебя мало людей, у которых есть свободное время для строительства. У нас же тут строители, это в основном люди, которые нигде не работают. Вот сейчас, например, 5 мужиков у меня заняты деревом. Иначе ничего не произойдет. Можно, в принципе, уже 2 оставлять. Они должны успеть. Сколько там они накопали? 60. Ну, хватит, наверное. Да. 50 уже. Не хватит. Банишит рядом не стояло. Да, поддерживаем. Римпак, 4-й патч классный. А у меня 3-й. Можешь музыку по заявкам сделать? Не могу. Авторские права, ты чё? Название видео то, что надо. Кстати, да, спасибо, что напомнил. Пойду-ка я его изменю. Где мой стрим? Вы пока смотрите, как там это все в ускоренном режиме делается. Привет из Латвии. И тебе привет. Тихо, стой, это не то. Странно, у меня что-то канал не показывает, что у меня стрим. Римпак, рабочего нету, чтобы делать крышу. Что-то я, походу, просмотрел, что ты там писал. Во, появилось. Слава богу. Сейчас я переименую. Остров, мать его. Сохранить. Сохранить, сука. Все. Теперь все пашет. Так, я вернулся. Уже дом построили? И эту хрень построили? Красавцы. Быстрые, сука. Что там, дерево не проседает? Дерево проседает, кстати. Надо еще одного мужика, хотя бы 3. Привет из Тамбова. О, и тебе привет. У меня дядя там живет, кстати. Мышка прикольно двигалась. Да, это я могу. Прикольно двигать мышку. Хорош там сраться, товарищи. Я на НФС пришел, а тут... А мы уже посмотрели НФС и... Скажем так, оно не то, что должно было быть. К сожалению. Еще будут игры? Ну, сегодня нет. Я думаю, что нет. Лучше бы я, наверное, занялся фармилом. Ну, ладно. Римпак, ты планируешь стать популярным на YouTube или просто делаешь это все как хобби? Сейчас это все как хобби, потому что у меня есть основная работа и нет вообще времени свободного.
Я смотрю, игра хайпанула. Ну, такое, да. Дважды у Рима спросил, не нужно ли переделывать стрим, а он не прочитал. Теперь прочитал. Остров типа остров? Да. Римпак можно в донате сделать возможность вставлять видео с YouTube, клип какой-нибудь, к примеру. Можно, но я оставлю то, что было сделано изначально. Привет из Ростова. Ну это ж хорошо, Ростов это круто. Из какого, кстати, Ростова? На Дону или Великого? Римпак играл в Самп. К сожалению, да. Какие игры в дальнейшем будешь снимать? Вопрос, конечно, интересный. Go в Майнкрафт? Нет, только не Майнкрафт. Кто-нибудь подскажите название игры. Название игры в названии стрима. Руслана в жопу не разжигай. Да-да-да. Говно, короче, НФС. Говно несусветное. У тебя есть домашний питомец? Да, у меня есть кот, который мне как брат. А еще у меня был хорек, но он меня покинул. Римпак, внизу видео написано «Остров», а в полноэкранном режиме «Старое». Ну, я тут ни при чем, ребят. Где ты работаешь? На работе. Музыку включи, ее не слышно. Так, она же включена. Так, норм? Годота. Вот не надо только, не надо. Рима, вы откуда? Я из Ярославля. Вот-вот. Привет из Кемерово. О. Ну, у нас прям народу тут капец сколько собралось. Где взять эту игру? Купить на официальном сайте. Привет из Саратова. 6:09 утра. В общем, нам надо построить 9 домов, и будет все круто. Мы построили еще только 2, это печалька. Что там у нас по дереву, кстати? Дерево 191, нормально, можно одного уволить, пусть строит. Репак, слушай, я предлагаю в OpenTTD вместе поиграем. Нет, я думаю, что для OpenTTD пока хватит, что-то он уже заколебал реально. Обычные зрители, офига ли этот олень орет на упор, требует чего? Укропский не нравится, пусть. Хорош уже, Руслан. Последнее предупреждение. Рим, не слушай никого, играй во что ты хочешь играть. Го танки, ну уж нет. Я смотрю, тут все приветы передают. Рипак, привет из Киева. Вон, кстати, Жене привет передай, он тоже из Киева. Привет из Иваново, сосед. И тебе привет. Вас дороги сделали, наконец, недавно был. Пятигорск с вами. О, нифига себе. У меня в Пятигорске тетя живет, поедем летом туда. Построю стриптиз-бар. Да тут нету стриптиз-бара. Еще стриптиз-то не придумали, по-моему. Привет из Твери. Ну все, хорош уже привет и передавать. Что за перекличка началась? Римпак, чем ты питаешься? Обычно я ем еду. Я вначале дома строят норм, потом лень съедают строители. Походу, да. Римпак, а камышатник так и планировался? Вроде... Калитка на воду выходит. Да когда? Она на воду и выходит. А чё, должна выходить внутрь? Он же ходит, типа. Ну-ка, посмотрим, кстати. Что-то он куда-то не туда пошел. Но здесь входа нет. Он же выходит, тут рубит камыш, типа, и складывает его там. Собственно, поэт. Привет из Питера. Так, Кисловодск. О, нифига себе, ребята. Юг с нами, да? Ну все, пошли, приветы. Магнитогорск, Сургут, привет, я между вами живу, привет, Ярославля. Ярославль, это хорошо. Мы тут географию изучаем, да. География наша, все. Можете что-нибудь поспрашивать про игру, кстати, может... Может, что непонятно. Видали, автосейв сработал. Жаль, тут нет временного развития, типа из домов, глина, кирпич, пилу, плиточные, что-то типа такого. Ну, слушай, для одного человека это более чем круто. Ты прикинь, сколько бы ему надо было делать, чтобы реализовать вот такие эпохи строительные. Ирландия тоже. Так, я учился в Иваново, выбор в эфире. Ага. Рим, какой возрастной контингент тебя смотрит? От 17 до 45. Немножечко есть вообще прям детишек. Там что-то типа от 7, что ли. Но я думаю, что им особо не интересно меня смотреть, поэтому их мало.
Карту зрителей можно замутить. Да, кстати, прикольно будет. Привет из Мухосранска. Я знал, что кто-нибудь это напишет. По-моему, ты не успеваешь дома построить. Июнь еще только. А мы уже 4 сделали, нам еще 5. Может, и успею, кстати. Так, давайте-ка я еще заложу сразу 3. Раз. 2. А еще надо 3-й точно. Заложу 3. Сказал 1-2 и все, и успокоился. Это я могу. Вот так. Ждем-с, короче. Римпак, зачет игра, тут приветы передают. Да-да-да, Римпак, в 4-м патче можно тетик и дядик распределять по обязанностям. Римпак, покусечки. Покусечки, Саня. Римпак, где НФС? НФС уехал. НФС уехал в страну, где нет физики и есть красивые машинки. И нет импалы. 100% никто не знает, что так, слуга народа. НФС за шкваром оказалось, пропустил начало. Ну да, ты можешь мотнуть. В принципе, нормальная тема, но... ну, в общем, так себе. Начитай плиз детских сказок. Малые будут замечательно засыпать. Остров всем надоест через недельку, так как после постройки всех зданий в игре нет челленджа. Это, кстати, болезнь всех подобных игр, ни катастроф, ни различных событий. Садис согласен, поэтому в конце недели будет последняя серия. А мне 14, мне при этом интересно смотреть. Ну так тебе 14. Насчет желания работать, у меня семья безработная, 25 вакансий, они хотят работать. Не хотят работать. Суки, а? Привет из Украины. И тебе привет. Римпак, как тебе фейс в чат, если говно? Не понял я что-то. Не кури на стриме, а я не курю. Рэп зашквар. Ну, может, и не зашквар, но вот такое дерьмо, которое там играло, это прям зашкварище. А мне 18, мне заходит твой канал, на ура. Это какая-то морда страшная пошла у подростка. Так, Римпак, какой рекорд у тебя по зрителям на стриме? 400 на прошлой неделе в пятницу. Сейчас 312, да, насколько я вижу? Всем привет, когда парк? Парк на следующей неделе. Так, Денис, который Сирук. Попрошу тебя излагать по-русски. Я не понимаю ни хрена по-украински. Это нужно понимать. Голос у тебя просто улет. Ругнись на жителей. Сукины драные жители. Вот, ругнулся. А мне 5 года. Очень нравится. Ну да, я так и поверил. Римпак... Импала тебе нравится? Мне лично нравятся японцы, типа Марк Чейзерс. Слушай, мне не нравятся японцы. Не кури, тебе говорят. Я не курю. Эти как? Я люблю из японцев Митсубиши, Эвик, Эволюшн, это норм. Субы вообще не люблю. Ниссаны норм. Но только ГТР и что-нибудь типа... А подожди, а Тойота ведь тоже японцы, да? Тогда Супра. Нет развития геймплея, так, конечно, задумка ничего. Так, ну да, будет обновление, будет... Будет пища, да? Римпак, почему КСП было мало? Потому что новые проекты пошли, и в КСП там был один противный баг, который угандошил мой сейв. Привет с пустынной Бершевы. Привет, ты заново начал. Ну да, для стрима. А кстати... А чё я начал заново-то в натуре? Можно же загрузиться было. Тупанул я, кажется, товарищи. Рим, помнишь, в твоей группе ВК писали про фан-сервер по OpenTDD? Вот там City Builder стоит до 50к населения, пока в топах Railway. Anarchist 22к на следующую игру. Блин, почему он так быстро пропадает? Сейчас я чатик немного подкручу. Пусть сидит 25 секунд вместо 15, потому что слишком быстро. 25 сек. Сохранить. Ок. Ок. Кадиллак топ. Согласен. Мне 17, игра классная. Давно такую искал. Привет с Одессы. Тебе привет. Тебя забор хочется... Хочет напроситься. Так. Да, супер классная машинка. Да-да-да. Привет передай Киеву. Киев, привет. Загрузись. Загружаюсь.
Загружаюсь я вот здесь, наверное, да? 31 октября 20. Да, это была она. Зима, мать ее. Моя прошлая... Что-то я не понял, стойте. Какое 31 октября, если в 3 часа ночи... А, в 12 ночи. Во! Вот теперь все супер. Да, вернемся в мою старую игру, потому что здесь уже все есть, что нам по 10 раз одно и то же видеть. Приветствую тебя, дорогой мой. Здорово, Бонарт Весемирович. Спасибо за работу твою. Пожалуйста, лавки поставь. Поставил. Римпак, Ниссан, Тойота, Митсубиши, японцы. Да, спасибо, точно. Может, надо сделать промежуток? Нет, не надо. Римпак, как VIP-подписку оформить? Надо задонатить в YouTube. Но я это делать... Я просто не знаю, как эта херня работает, честно. Ладно, удачи, я погнал по кусечке. Прыгай, прыгаю. Почему ты не играешь? Я играю. У меня тут семьи хотят выселиться, падлы. Что там по налогам, кстати? Где там эта моя хрень? Экономика. Короче, сейчас я буду все изменять. А потом через... Да, 20 минут надо заканчивать. Вот я не знаю, сколько им поставить здесь ренту. Ну, давайте 0,5. А вот цены в магазинах будут 150. Сами падлы будут решать. Картошечку тогда воровать начнут, наверное, да? Косяк в том, что нельзя называть сейвы. А еще их нельзя удалять. Ну, то есть только из папки. Иннокентий, так. Я твоя прошлая. Чего? Ура, снова коровки. Коровки русские, он зашквар не модно, тупо. Спокойной ночи. Загрузка сейва бомба нереально быстро. Да, да, игра сама быстро заработает. Это просто охренительно. Так, что у нас тут с седом, кстати? А сено-то ведь сейчас все перетаскают. А, смотрите, все, таскают они в сток-то. Почти 8, 9, почти 10 накидал. Сразу, прикольно они сделали, что крыша поднимается. Будешь ли ты пробовать такие игры, как RimWorld, Skyrim, Oxygen, Not Included, Smile, чего-то там? О, RimWorld на канале 3 сезона, ребят. Римпак на стриме-то интереснее, чем на видосах. Ну так потому что, да. Когда Факторио, попозже... Рим не дочитал. Пока в топах Railway Anarchy из 22... Так, на следующую игру можешь к одной из компаний присоединиться. Не-не-не. Я буду свою. Какая твоя любимая книга? Сейчас, как она называется? Забыл, как это по-русски читается. Ну, что-то типа... Я не помню, правда, как она называется правильно. Она у меня на английском языке. Короче, писал Кэмерон... Это книга про то, как они снимали «Терминатора» и «Чужих», как они придумывали спецэффекты, как они все это делали. Вот так. Будешь еще «Seven Days» с Женьком? Конечно, да. 76-й регион. Какие марки машин тебе нравятся? Мне нравятся «Ниссаны». Мне нравятся все «Маскл-кары». И еще мне нравится «Кадиллак Эскалейд», мать его. Римпак, кстати, когда там выход фул машинок? Да не знаю я, блин, не напоминай лучше. Давай ассасин прохождение. Да кому он нужен? Посоветуй тайкун. OpenTTD. Будет ли City Skylines? Мы недавно кончили его. Я думаю, попозже будет. По поводу... Чего-то... А, по поводу ассасина. Классная тема, на самом деле. Но ее столько сейчас на ютубе, что мои видосы тупо никто не найдет, кроме вас, конечно. Заново начали. Почему? Не начали. Откуда самый спасибо, что читаешь сообщения, не как остальные, 8 раз отправляю. И если много зрителей, становится сложно читать. Что с коровками? Коровки все живы, ни одна не сдохла, ты посмотри. А? Все живы. Все живы и сыты. И у нас еще есть запас. 9. Надеюсь, хватит. Остров пиратка есть. Еще раз спросишь про пиратку у меня на стриме, я выпишу бан, прости. В какой школе учился? В 73-й. Рим, помнишь, что одна корова жрет 3 единицы сена? Да, я помню. Здрасте, привет. Black X, крыша для стога сена в реальной жизни так делается. Игра очень реалистична. Это хорошо. Римпак, что там с вокселем? Пацаны работают в поте лица. Нашел время стримы пилить. А чё бы нет-то, проголосовали за субботу. Советую Гарри Гаррисон «Стальная крыса» и «Откатчики».
Боюсь, что я не запомню, но по твоему нику можно будет найти. О, Кирилл Селезнев, добро пожаловать в наши ряды. Дождь Черджер, да. Римпак, какой у тебя кроссовер? Дерьмовый. Дерьмовый у меня кроссовер, но не Дастер, не Дастер. Я не буду говорить, какой, вы чё? Это секретная информация. Где модеры? Где-то были. Вон Альф Смел Макомодер. Кто звал модера? Точно. Коровки живут. Коровки живут еще как. Что, где, кстати, я оставил вторую? А, она здесь стоит, все норм. Как обному ставил, сейчас тоже буду ставить. Я еще не ставил обновление. Кстати, пойду-ка гляну. Пойду-ка я на это дело гляну. Пока там мои пацаны, сейчас я вам выведу что-нибудь. Домик как строят. Надеюсь, они его будут, суки, строить. Где же оно? А вот, кажется, это оно. Сейчас посмотрим. Альфа-патч 4. Download. Пошел качать, ребятки. Пусть качается. А мы продолжаем. Да, и ничего не изменилось, да, пока меня не было? Отлично. Скорее бы уже эта зима прошла, уже февраль, отлично. О, где гонки? Гонки в жопе. А BMW тебе нравится? Ведь топ. Ну, М-ка классная, но вообще мне немцы не особо нравятся. Какой же у тебя классный голос, прям ва-а-а. Ну, спасибо. Стесняешься? Да. Какие тебе жанры игр нравятся? Мне все нравятся, если игра хорошая. Нам покажи про обнову. Погодите, докачается. Как ты назвал этот город? Я назвал его город. Город картошечки. Смотрите, какой у него классный головной убор, а? Прикольно. Делайте леги. А у меня здесь 3, здесь 2 и здесь 3. Нафига их делать? Куда столько? Сам смысл этой игры — пережить зиму. Нет, просто развить свое поселение. Зиму пережить без проблем. Главное, чтобы коровки пережили. Но у них вроде еще есть. Да, еще 8 есть. А сейчас уже февраль, конец февраля, сейчас таять все начнет. Есть легенда, что Римпак читает комментарии, и дальше я не прочитал. Пока Римпак все же есть чего-то там. Это не город, это деревня. Это точно. И Кирилл пишется с 2 L. Мне ли не знать? Херовый пастух. Я знал, что ты это напишешь. Смотрел фильм «Угнать за 60 секунд». О, да, я смотрел его, я усмотрелся им, сука. Я его до дыр пересмотрел. Shelby Mustang GT 567 года, да? Сколько остров стоит? $20 пока. Пиратка есть? Я сейчас тебя забаню нахер. Привет всем, когда докачается? Я думаю, что уже докачалась, сейчас проверю. Мышку главное выдернуть. А нет, еще не докачалась. Бубенцы версия 3.0. Угу. Я сделал видеогайд по светофорам в игре OpenTTD. Поздравляю тебя, мы скоро тоже запилим. В дальнейшем районы магазы поставь. Кстати, наверное, мне стоит немного комменты раздвинуть, да? Они не слишком здоровенные? Коровки, точно. Блин, когда они уже мне 9-го родят? Римпак, я очень люблю тебя смотреть. Пожалуйста, скажи, в какие игры играть в будущем будешь? Да если б я знал, блин. Играл ли ты в такую игру, как «Бесконечное лето»? Если вдруг играл, понравилась ли она тебе? Не играл. Какая лучшая градостроительная игра? SimCity 4. Да. Значит, это легенда. Да, это легенда. Элеонор, точно, она самая. Но ты знаешь, кстати, что Элеонор — это название обвеса. Они придумали это, сукины дети, сразу после фильма. Поэтому, если у тебя есть Shelby GT500 67 года, ты можешь купить себе обвес Элеонор. Так.
почему такая долгая игра-то? Peugeot 3087 тебе нравится? Не, мне вообще Peugeot, Renault, Citroёn мне не нравится. Построй коммунизм. Ты имеешь в виду сделать все бесплатное? 1200 за остров недороговато? Дороговато, но это тупо прям поддержка разработчика прямая. Как только игра выйдет в Steam, я думаю, цена будет скорректирована. Я пойду по косичке Коча. Репак, не хотите попробовать с надбаром в Spin Tires Mad Runner покататься? Я предложу ему эту тему. Sims 4. Sims, кстати, мне тоже нравится. Да, можете меня пинать, она мне нравится. Тебе нужен чат тут на левую сторону, а то мешает. Так, ну я понял, что ты хочешь. Я понял. Сейчас запилим. Говно вопрос. Вот прям так, бах, и все. Проблема решена. Единственное, только, мне кажется, его надо сделать поменьше. Хотя, может, и так сойдет. А карьер может кончаться? Да, смотри, там есть сейчас 9702 глины. Лол, я обзор делал на бесконечное лето. Ламповая игра, если интересно, то Римпак советую тебе посмотреть. Именно мой. Да, такой скрытый пиар, нативная реклама. А коровки у нас гуляют. Где эта срань? Я опять ее потерял. А, вот она. Сейчас я вот этих штук побольше поставлю. Их надо крутить во все стороны. Потому что они от ветра еще работают. Будьте мужиками, вас патриот топ. Да-да-да, сделай плуг. Мне не из кого делать, у меня всего два бычка. Ты что, предлагаешь отрезать им яйца? О, кто-то родился, коровка родилась. Может быть, сожрать ее. Я Sims 3 и 4 люблю за музыку, которую персонаж играть может. А еще там офигительно можно строить дома. И мне... У вас нет музыки в жанре за. Сука тупая, как ты включилась вообще? Выключись, мать твою. Разве? Точно. Когда мышку получишь новую, передай Дэну привет. Дэну привет передать? Дэн, тебе привет. Мышку получу новую скоро, она еще едет из Японии, Китая и всего остального. У тебя теленок теперь есть. Да-да-да, привет, Римпак, коровки размножаются только на ПК, чего? Блин, как они быстро идут. Оформи подписку, народ, поскорее, чтобы наш Римпак был веселее. Чтобы контент еще лучше пилил и стримы почаще для нас проводил. Отличный стишок, мать твою. Не желаешь ли ты сыграть какую-нибудь битву за Средиземье 2 под знаменем короля-чародея с модом История веков? Вообще, я тащусь от Властелина, поэтому возможно. Как тебе серия игр Total War? Не хочешь ли их прохождение запилить? Я только что вернул деньги за Warhammer 2 от Total War. Это кто был, жена? Нет, это был мой телефон. Я бы жену так не послал, ты что? Во-первых, я бы потом стал... Мулом, да? Кому там яйца отрезают? Или в... О, смотрите, еще один родился. Две коровки. А, нет, показалось. Рим настроил уже чат? Да вроде да, но только я еще ранги не сделал. Сушилки ставь ближе, далеко ходить к ним. А куда я тут их еще поставлю? Кстати, вы мне говорили лес начать засеивать. Давайте-ка я это сделаю. Где сосна? Это она? Да, это она. Расти, мать твою. Все, сосна растет. Римпак карьер не только уменьшается, но и становится в размере больше. И когда в нем не станет глини, яма станет очень глубокой и широкой. А его можно будет зарыть как-то, интересно, нет? Ха-ха, как скачать четвертый патч-то? Четвертый патч... Скачать нужно по той ссылке, которую ты получил, когда купил игру. 346 зрителей, охереть не встать. Привет, ничего смотреть. Решил зайти на стрим, интересно, если сложно, расскажи про игру. Короче, это градостроительный симулятор от украинского разработчика, который делал игру 4 года про украинскую деревню. Действие происходит в 18 веке. В игрухе процедурные тропинки. Не устану, сука, это повторять. Какие игры тебе нравятся? Ответь, пожалуйста, я тебе молюсь. Римпак, 10 минут пытаюсь спросить, уже грущу. Как ранг поднять? Я все потом сделаю и расскажу на следующих стримах, когда мы это доделаем.
выпустил гайд по светофорам в игре Opened. Красавчик. Я скоро сделаю. Ранги в чате будут. А потом будут какие-то розыгрыши между людьми, у которых есть ранги. Ну, короче, чат, сука, нормальная тема. Как тебе Дисциплис? Не играл. Не играл. Почему некоторые желтые выделяются? Потому что там есть обращение ко мне. Не хочешь как бы бесплатный остров? Вы получше поищите, она есть. Римпак не бей, я для народа. Я тоже для народа. Надо уважать разработчика. Чувак 4 года пыхтел для того, чтобы ты ее спиратил. Ну что это за херня? Так не, это не делается. Понимаете? Надо уважать людей. Дождитесь хотя бы, чтобы она в стиме вышла. Будет коррекция цены. Ясно, Рим, завтра будет стрим? Нет, и потому что я не успею тогда ничего записать, никакого видосика. Я сейчас после стрима буду писать, это начнется через 15 минут, так что у нас осталось мало времени. К сожалению. Ах, вы говнюки, построили дом, у меня уже 68 человек. Здесь все живут, здесь живут, здесь живут. Давайте еще тогда... Надо расширяться, мать его, да? Что у нас, кстати, тут по плодородию? По плодородию все очень плохо, но есть лайфхак. Сука. Посадили, что ли, уже? Блин, они посадили. Надо было зимой это делать. Ну, я понял, ладно. Ну, тогда пока можно построить пару домиков. Вот так. Пусть строят. Рим, люблю твои стримы, не хочешь поиграть? Нет, пока не хочу. Чё там с патчем? Я уже скачал, сейчас будем смотреть. Так, сейчас. 3 секундочки. Так, в общем, мне надо эту игру вырубить тогда. Выход. И запустить вот эту игру. Которая типа 4-й патч. Сейчас ее цепанет программа, ребята, я переключу. Пока Рим, покусички. Рим, больше стримов, они норм заходят. Они норм заходят, но видосики-то когда пилить? Я понимаю, что Total War Warhammer не понравился, но попробую поиграть Total War Rim 2. Мне самому не понравился Warhammer, но в Rim 2 я рублю часами. Друг напротив... Вот, короче, игра. Она загрузилась. Как видите, внизу патч 4. Спасибо, что поддержали. Пожалуйста. Нету ничего. Нажимаем «Новая игра», мать его. Какой-нибудь вот такой остров. И что тут на первый взгляд поменялось? Нихерушечки, да? Сейчас я Forestry сразу поставлю. Вот так, как-то боком. Бочком, ее бочком. Рим, как тебе сталкер? Сталкер шедевр. Продолжай в том же духе. Окей. Ждешь ли оно 18.2.0? Нет, пока не жду. Римпак, тропинки обратно зарастают. И обращение, Кирилл, сделай плиз. Обращение. А, точно. Так, подожди, ну, у меня куча тесок в чате, ну... Какая, как понять, кому какому Кириллу обращаться? Зато какие деревья, что сам садишь по умолчанию, лесорубы не рубят? Нажми на дерево, опции срубить и защитить. Да-да, я знаю, что там есть такие опции. Вот, можно на каждое дерево тыкать. Protect remove. Их, жаль, их нельзя выделить, кстати. Так, что там нам еще надо? По-быстренькому. Сейчас я включаю максимальную скорость. Ставлю вот эту хрень сюда. Куда-то сюда. Что там еще-то надо сделать? Дома, да? 9 домов. Давайте делать 9 домов. 3, 4, 5. 6. 7. 8, 9, мать его. Я просто перекрыл им выход вообще в эту сторону. Рим, как тебе серия игр «Метро»? Я начал играть в первую, а потом что-то не зашло. Где НФС? НФС сдох. Зачем новую игру начал? Потому что это новая версия. Это патч 4. И я обязательно прочитаю на сайте, что там изменили. Давайте, кстати, вместе прочитаем, пока они тут строят все это дело. Что еще надо построить? А, глиняный карьер, точно. Яму, точнее. Глиняную ямочку... Вот она. Подождите, стойте. Там надо было деревья убирать, а мне деревья не надо убирать.
О, зашло. Так, Римпак не видел Stalker Dead City. По Кисловодску бегать. Полтора года делали вдвоем с товарищем. Не, не видел. Звучит прикольно. Что за сборки музыки у тебя? Рандомная музыка или специально где-то брал? Это с Ютуба. Я выкачал всю, сука, фанатеку Ютуба. Рим, тут есть новое издание, я увидел. Где? Покажи мне, скажи, как оно называется. Рим, привет, открыли тебя новое, недавно смотрел стримы, видосы лайкосов, тебе продолжай, смотрим тебя вместе с дочерью. Обалдеть. Привет, дочери. Попробуй поиграть в «Бесконечное лето», игра классная, должно понравиться, плюс к тому, она еще и бесплатная в Стиме. На четвертом заново, что ли, Лесорубов назначь, Рим. Да, сука, точно. Так, склад новый добавили, да? Это вот здесь, да, должно быть? Ага, точно. Смотрите-ка. Не едовой склад. То есть здесь у нас будут храниться всякие деревяшки. Ну, о, какой он классный. С верандочкой такой, да? Офигительно. Класс. Я постараюсь переписать сейвы на эту версию игры. Надеюсь, получится. Дружище, чё там за обнова? Вот, собственно, склад добавили. Круто, только закончил смотреть пятую серию прохождения острова, а тут уже. Да, у меня название стрима не изменилось. Это есть такое. Почему Римпак, а не Римпас? Потому что Римпак, привет, Руслан. Опять с нуля? Не-не-не, это просто мы смотрим четвертый патч. Все норм, просто сейвы на третьем. Я смотрю, что тут поменялось. Здесь у нас ничего не изменилось. Это все в прогрессе до сих пор. По декорации тоже все то же самое. Тут ничего нового. Римпак, ты знаешь Вакота? Лично не знаю, но я видал у меня в предложке его ролики. Скажи, пожалуйста, как поворачивать камеру вверх-вниз? Зажимаешь среднюю кнопку и вверх-вниз ее таскаешь. В твоем случае, если тебе надо ее опустить вниз, тащи ее вверх. Тут инверсионная камера. Инвертированная, мать его. Привет, как дела? Все нормально. Давай читать изменения на сайте. Давай читать изменения на сайте. Так. Остров. Черт, на гринлайт попал. Сейчас. Так. Ну-ка, что мы тут имеем? Патч 4 вышел. Четвертый патч. Добавлен Warehouse, который мы с вами уже видели. Который может содержать 4 несъедобных продукта, да? Зажимая Shift и кликая плюс-минус. Да. О, серьезно? Ну-ка, сейчас подождите, проверим. Допустим. Деревья. Зажимаем Shift, тыкаем плюс-минус. И нихера не происходит. А в чем фишка-то? Ничего не происходит. Вообще ничего не происходит. И что я должен делать-то с этим? Ремув, мать его. Не особо понятно, сейчас еще посмотрим. Эй, рабочий стол, включись. Вот, спасибо. Колодец вроде изменился. Не знаю. А! Я понял, это, короче... Это очередь вот эта, да, меняется? Ну-ка. Нет? Нихера нет. Я так понял, что масштаб меняется, но нет. Что-то нет. Рабочий стол, включись. Спасибо. Construction Queen now scale to fit. А, ну вот, она теперь сама заполняет место и масштабируется. Но вот что с этим делать, я не понимаю. Римпак, как там сейчас в Ярославле? Жил там около года, норм город, но маленький. И хорошо, слушай. Жопа тут, холодно и сыро. Так, Римпак, когда гайды по OpenTTD с Алексом? Дай ответ, а то уже наконец-то. Пока не скажу, когда. Римпак плюс-минус, мне кажется, в торговой площадке, когда выбираешь количество чего-то. Возможно, ты прав. Может, обман? Нет. Это на складе, например, 10 картохи тебе надо поставить, чтобы 10 раз не кликать. Все, я понял. Я понял. Угу. Точно, точно. Так, дальше что у нас тут? Ага.
Теперь можно назначать, кто будет работать, мужики или женщины. Это хорошо. Теперь у меня не будут там всякие Василии доить коровок, вместо того, чтобы долбить молоточком по стеночке. Так, save file name, use it second, ага. Пофиксили сейвы, которые там неправильно отображали секунды. Водичка. Этот Fishing Dogs. А, ну это... Создавали чего? Я что-то такого не замечал. Ну и глюки на строительство, на графике строительства. Ну вы поняли, короче, пара фиксов, пара изменений, это хорошо. Главное, чтобы сейвы заработали, знаете, друзья. Сейвы наше все. Ну мы поняли, да? Вот в принципе здесь есть тут эта хрень. Higher options, вот, видите? Нанимать только мужиков, нанимать мужиков и женщин можно поставить. Wage, это я не понимаю, что за хрень. Ну, походу, что-то с возрастом связано, да? Ребят, вы что там ничего не пишете? Только не говорите мне, что чат отвалился. Я просто охренею. Когда следующий стрим? Да я не знаю. Римпак и Римас — это один и тот же человек. Ты издеваешься, что ли? Я забаню тебя сейчас нахер. А вообще-то я не буду угрожать. Я возьму и забаню. Ты уж прости. Я говорил, много раз говорил, не надо меня сравнивать, а тем более коверкать мой ник. Это абсолютно разные, мать его, люди. Я тебя временно кикну. Ты уж извиняй. Как же вы, ютуберы, хорошо знаете английский язык. Ну, да, мы вот такие. Все, в общем, покусечки на 5 минут и забанен. Я думаю, что... Мы закончим стрим, ты не успеешь написать. Рим, ты супер, понимаешь, просто трудно найти каналы по действительно трудным играм, а ты умудряешься даже самое сухое, скучное прохождение сделать просто до жопы харизматичным. Спасибо. Спасибо за отзыв. Кошечки, божечки, Римпак застримил. Это точно. И мы уже заканчиваем. Wage это зарплата. А, жалование, точно. Жалование, мать его. Угу. Римпак, когда бомбер крю. На следующей недельке, скорее всего. Твои ролики лучше любой рекламы. Неплохо. Вы что, зарплата? Да я понял же все, ребят. Спасибо, Римпак Римас. Вот он, тролляка. Да, тролляка уже улетел. Он уже улетел к херам собачьим. Попробуй с Женей сыграть в каку. В каку? В каку поиграть? Это что за игра? Римпак сколько лет? 28. Ты чё их равняешь, падла, такая разные люди, Римпак forever. Да, и я того же мнения. Ищ, Римпак, обидели, чё? Да ладно, Римпак, не обижайся, тоже так прямо. Понимаешь, обычный зритель, когда ты видишь у себя в комментариях миллиард дерьма по поводу того, что ты спёр нику Римаса, я ничего против Римаса не имею. Чувак делает видосики и бог с ним. Но, сука, когда ты не понимаешь вообще значение ника, учитывая, что на канале есть видос с объяснением, от таких комментов начинает тошнить, когда ты там 5 раз прочитал, 10 раз прочитал. Поэтому это бесит, и за любое вот такое упоминание буду банить нахер сразу. В каку поиграть? Точно. Life is Feudal, Forest Village. Не играл? Играл. Вернул бабло в стиме, не зашла вообще. Привет, как ты относишься к туризму, походам? С радостью бы пошел, только у меня астма, я, скорее всего, сдохну через 10 метров. Бан за нормальный вопрос, неадекватное поведение. Неадекватное поведение? Человек спрашивает, Римпак и Римас, это не одни и те же люди? Ты это адекватный вопрос, по-твоему? Я тебя сейчас туда же отправлю. Римпак и машинки еще будут? Будут, как раз скоро добавят долбанные дизеля. 28 лет, ого, по голосу не скажешь. А сколько бы ты мне по голосу дал? Пока, Римпак, покусечки, угосики, Кирюх, а примерно можешь назвать месяц, когда с вебкой будешь снимать? Я даже не знаю. Марина Шатова, теперь фолловер. Добро пожаловать. А ты знаешь, когда люди в деревню приезжают? Знаю, когда ты строишь им новый дом. Удачи, пока, спасибо за стрим. Покусечки, Никита. А можно ссылку на видос с объяснением про Вики? Про Ники. Посмотри в разделе «Пообщаемся». На сайте игры написаны требования. Назначь сборщика на... Да, точно. Точно.
В общем, есть плейлист «Пообщаемся», и там самый первый видос — это про Ник. «Построй мост, хочет увидеть, как оно строит. Давай, кстати, в натуре построим, я эти дома нафиг отменяю тогда, как отменить, сука, дерьмо». Пауза. Пауза, пауза. И еще раз пауза. Давайте глянем на мост, я его сам не видел еще. Где он, падла? Вот он. Так, ну, допустим, тут. О! Почти процедурный, да? Строите, мать вашу, мой мост. Римпак, ты супер. Спасибо. Передай привет. Привет. Римпак, по голосу тебе лет 40-50. Ну, спасибо, бля. Тролли подтянулись. Брокер, в гостях у Брира. Брокер, ценитилка стримит в Фортните, Ютубе в трусах или факе на канале Бикини Гирлс Плай горит ее. Это была гребаная реклама или прикол? Я не люблю гребаную рекламу, но если это был прикол, то ок. По голосу дал бы тебе около 35, с твоим голосом можно шансон исполнять. Вот только не надо про шансон. Тебе меньше 30 не дашь. Ну, спасибо. Спасибо, ты лучший. Пожалуйста. Женя вас предупреждал. Не коверкайте его ник. Согласен. Мы с Женей дико бесимся по этому поводу. Попробуй женщина нанять куда-то. Ну, на мужскую работу она и не нанимается. Видите, даже закрыто. Здесь нет работы. Сюда можно попробовать, кстати. Да, нет, сюда тоже нельзя. Прикиньте, она даже камыш не может срывать. Поставь на солому. На поставленном. Как называется игра? Остров по-украински. По-русски остров. Блин, тупо то, что люди вообще делать не понимают, что ты и что-то. Посмотрите прохождение этой игры, там все понятно будет. Мост долго строить требует гвозди. А у меня гвоздей хватит на него. У меня их 420. Ну вот так он, собственно, и выглядит. По-моему, прикольно. А оно из-под воды вылезает? Ну-ка. Ага, ну понятно. Римпак, попробуй с твоим голосом напеть строчку из «Владимирский Централ». Дай зрителям заценить. Я не умею петь. Рим, для меня по голосу тебе 24-26. Ну, хоть кто-то, спасибо. Привет, с какого района в Ярике? С Липовой. Ну, Фрунзе, короче. Поставь добычу камыша. Поставил. Музончик лютый на фоне. Ага, это с Ютуба. А уже не то как не коверкают. Ну, слушай, я не буду сейчас. Ты специально, что ли? Я не буду даже говорить как. Я там у него срач устраиваю чуть ли не под каждым роликом вообще по поводу этого. Хорошо развиваешься, продолжай в том же духе. Спасибочки. Римпак, удачи тебе, оставайся таким же, какой ты есть. Я думаю, что это неизбежно. Стрим с утра пораньше. Ну, у кого утро, у кого? Сколько время вообще? Сири, привет. Привет, Сири, сука. Не слышит ни хрена. Сколько время, мать твою? Поздновато, 23 часа 52 минуты. О, вы дали? У меня 12. Точусь от твоего комментирования, связанную... Чё там было, блин? Связанную речь нынче не так часто встретишь. Да почему ж ты пропал? Ладно, я понял. Твои ролики реально лучшая реклама, благодаря тебе есть машинки, 7 Days to Die, и теперь думаю насчет острова. Подожди до Стима. А музыка есть? В игре нет музыки. Так, что там за собака? Я понял, что ты хотел. Задонатить, я собака, ты собака, да? Я боюсь, что тебе придется откинуться на 30 секунд. Покусечки. Рим, будут не стратегии. На начало стрима мотни. Удивишься. На 20 тысяч видос будет. На 20 тысяч, а 20 тысяч мы уже миновали. На 20 тысяч я не планировал на самом деле. Я на 50 тысяч хочу снять видос, если я не сдохну от старости к этому времени. Но на 30 тысяч от меня вам подарок будет в виде большого видоса под сценарий 60 минут. Кстати, слыхал про Off-World Trading Company? Да, я ее всю заиграл до дыр. Рим, я вернулся, каким макаром на музыку с Ютуба пересели, как свою заказать, если можно. Никак. И авторские права. Римпак, а можешь ставить стрим? Оставить стрим, чтобы посмотреть потом, интересно. Я оставлю его, да. Что будет, если долететь свободной камерой до другого города? Ничего не будет, не долетишь.
Я сейчас думаю, мы упремся куда-нибудь. Все, уперлись. Вот здесь же есть границы, смотри-ка. Вот они, падлы. А что там 7 Days to Die, когда стримы будут? Ну, стримов не будет по ней. А Кенниш играл? Играл, слушай, прикольная, но что-то как-то не знаю. Игра скачалась, все, я играть. Досмотрю тебя. Я... Но вроде в США какое-то мероприятие называется. Я возможно, дико ошибаюсь. Это ты про что, Римпак? Это да. Изи 50 как к Новому году будет. Да хер там. Вебка будет? А нужна? Я вот не знаю. Давайте голосование ВКонтакте устроим, и будет вебка. Играл в крестоносцев? Не помню. По-моему, да. Короче, ребят, я думаю, что на этом пора завязывать. Мы посмотрели новую версию, что тут в острове добавилось. И, по-моему, это прикольно. Если я смогу сейвы перекинуть, это будет еще прикольнее. Я единственный Егор на этом стриме. Ни хера не единственный. Просто Сорока не пишет. Рим, передай привет Надбару. Надбару, привет. Только, что мне ему передавать привет, если я ему сейчас ВКонтакт напишу? Что за прикол с собакой, я не понял. И хорошо, что не понял. Римпакт-то... Военно-морские учения. Это вообще турнир военно-морской, но я об этом не знал, когда придумал ник. Кирилл, с прошедшим тебя днем рождения, пофиг, что прошло уже 5 месяцев. Ну, спасибо, и Кирилл пишется с двумя L. Будут стримы, будут и подписоны. Ты думаешь, стримы влияют на подписонов? Римпак, во что ты играешь часто не на записи? Я вообще сейчас не играю не на запись, потому что времени нет. Можно вопрос, ты проходил самую сложную сложность в сингле? Ты про какую игру сейчас спрашиваешь? Рим, каких ютуберов смотришь? Никаких, Женю смотрю. Какую музыку любишь и любишь ли вообще? Ну, гляньте мой плейлист ВКонтакте. Мне нравится Ханс Циммер. Рим, пока, спасибо за контент. Покусички, ты первый человек, которого правильно произнес мою фамилию с первого раза. Да? Это хорошо, но я боюсь сейчас произносить второй раз, а то ошибусь. Так, чат реально глючит. Уже 3 сообщения не прошло. Ну, он, видимо, с ума сходит немного. Ладно, всем доброй ночи, покусочек Рим. Пока, обычный зритель, давай еще полчасика поиграем. Нет, я не могу, потому что мне надо записывать видосики на следующую неделю, потому что я уезжаю в командировку на целую неделю. Да. Давайте сделаем Римасу приятное и поставим лайкусечки. Сейчас я тебе сделаю приятное. О, тебе будет очень приятно. Где ты там? Покусечки. Так, ты посчитай количество подписчиков во время стрима. Ну, я посмотрю, да, я гляну. Что нового в машинках? Ни черта, 2 новых вагона. Поиграй чутка еще. Да я не могу уже, ребят, мне надо реально записывать, потому что если я сейчас не запишу, вы неделю будете сидеть без видосов. Я что, говно, что ли? Я на говно не похож. Только если в профиль. Поэтому нужно записывать срочно игрушечку. Я что, к сам... Да, прости. Но ты можешь посмотреть стрим сначала, там вообще НФС был. Да, я, наверное, сохраню стрим. Хотя там пара моментов спорных есть. Римпак, мне разраб в фейсе ответил. Поздравляю, привет ему передавай. Нет, командировка отстой, возвращайся, бро. Да, придется съездить в Рим. Ты из Украины, кстати, как относишься к войне, которая в Украине? Я вообще всю эту политику ненавижу нахер. Потому что я работал 5 лет на федеральном телевидении. Я из России. Чотару. Я тоже. Так, почему у тебя нет совместных видосов Серджио Фантаст? А мы еще пока не придумали, что записать. Римпак, у тебя прикольный статус в ВК. Ну да. Римпак, ты не смотрел Dungeons 3. Нет, дорожки такие пропадают, если по ним перестают ходить. Да, спасибо за инфу. Если ты уходишь, то придется идти спать пока. Го писать плюсы. Я пошутил. Так, понятно. Короче, друзья. Я должен сказать вам, что мы заканчиваем этот стрим, потому что... читать ваши комментарии очень мне нравится, но это реально может продлиться вечность. А у меня времени не так уж и много, как хотелось бы. И поэтому, я думаю, что пора мне откланяться. В жопу политику, согласен. Спасибо, что ответил. Роман просто...
Поздравляю. Федеральное телевидение, какая программа? Никакая программа, Россия один телеканал. Всем покеда. Римпак, иди спать, видео мы пистям умрем на следующей неделе по кусочке. Вот-вот и я о том же. Сейчас я найду какую-нибудь классную музычку на финал. А госселфи тебя с твоим рабочим местом в ВК. Хоть знать какой-то. Так, блин, вы вообще видали видос? О, черт, сейчас, 3 секунды. Вы видали видос на 10 тысяч? Потому что если вы сейчас вот это пишете, вы не видали видос на 10 тысяч. Где это дерьмо? Важные события. Сейчас превьюшки очнутся. Очнитесь, превьюшки. Покусочки, пока. Погодите, погодите. Кто хочет увидеть им пока, посмотрите видео на 10 тысяч подписчиков. Вот, Никита, спасибо тебе огромное. Красавчик. Этот самый видос. Иди со мной надолго. В конце видоса моя рожа. Так что гляньте. Называется «Привет, нас 10 тысяч». Он находится внизу канала. В разделе «Говорилка». Важные события, плейлист. Вот там моя рожа, найдете. Так, ну это мы уже почитали. Рим, знаешь теорию шести рукопожатий? Конечно. А как же иначе? И почему-то у меня не работает режиссер. О. Рим, делай видосы побольше. Да и... Как заставить дольше стрим идти? Не знаю, задонать мне 1 000 000 рублей. И стрим будет идти на полчаса дольше. Это шутка была, если что. Так, короче, что я там хотел сказать? По поводу длительности видосов. Я пишу час, а потом монтирую в 30 минут, поэтому они идут столько. Да-да, крутой видос. Шок-контент, лицо Римпака. Да-да-да, оно там есть. 10 тысяч подписчиков, можете глянуть. Короче, еще раз всем спасибо, кто пришел. Я вынужден откланяться. И сначала я, сука, должен выбрать песенку. Это что такое? Хрень какая-то. А это чё? Норм, подходит. Кирюха, выложи ВК селфи с твоим рабочим местом, хоть знаете какой ты. Выложу. Да какая разница? В общем, ладно, ребят, спасибо, что еще раз пришли. Сколько, бля, раз я это уже сказал. В общем, все. Я должен отчаливать. Нужно писать видосики. Пойду попью чайку и начну. Надеюсь, увидимся в МСК. Но ты мне звони, если это я тебе свой номер давал. Сука, я думал, ты бородатый. Я бородатый. Покусички покорим. Все, всем пока. Спасибо еще раз. Покусички.